кричать: «Поможи, помоги, помоги!» Красава! И... да! Всем привет! Вы на канале Crazy Bagage Games! Сегодня мы играем в игру Brawl Stars! На моем аккаунте первый у нас играет Богдан, решил он выбрать Ворона с гаджетом, который мы выбили в прошлой серии. Это у нас усилитель защиты. И да, ребят, пока мы не начали серию, я вам хотел сказать, набери ты 1000 лайков, и мы будем играть в следующей серии с подписчиками в нашем клубе. Кто не знал, у нас есть теперь клуб Crazy Bagdash. Набирайте 1000 подписчиков, и мы будем играть вместе. А теперь погнали? Да. Одиночное столкновение, Ворон. Поехали. Мы обещаем, что будем играть вместе с вами. Только наберете 10 тысяч лайков. Да какой 10? 1000 лайков наберите. 1000 хотя лайков. Бы. Ой, ну что, ой. Подняли? Смотри, Вадим, у тебя гаджет включается вот на А. На А включается гаджет, а вот этим ты управляешь. А, два, у меня два гаджета есть, даже, смотри. Да, у тебя два залпа гаджета. Вот, там вкусно плечет. Отрыви, ну куда ты летишь? Ты сейчас погнал, все. Так, сразу не повезло. Так, ребят, ну а я выберу, пожалуй, себе Була. Я последнее время играю только за него, он мне очень-очень нравится. Погнали. Я знаю, почему он играет еще за него. Потому что он очень много хп сносит. По 1003 или 2. Какой, вот смотри, вот, например, он издалека сносит немного, вот, 480. А тут 2400 сносит вблизи. И даже так, тихо, Кольт, аккуратно. С Кольтом лучше не шутить. Вон еще один Бул. Тихо, Кольт. Кстати, у нас на карте уже с боссом. Вот с этим огромным роботом он бегает, всех убивает. Но если ты его убьешь, тебе дадут 3 банки. А может быть, если больше банок, то он дадут тебе 10. Так, вон еще один был, уберем. Да у него 3 банки было, ты что, не видишь? Я играю за Ниту. За Ниту, дай мне Ниту. Ниту, Богдан, пожалуйста, затащи, прям нужно поднять кубки. Никого сейчас не трогай, набери банок хотя бы 5, и потом уже иди с ним драться. Да, но она не так вблизи сносит, хорошо, но немножечко... Она издалека и вблизи одинаково сносит, по 1000, да? Ну да, но еще иногда... Ой, вот... сейчас посмотри, иди быстрее туда. Ты что, беги быстрее к сундуку. По 1100 уже с банками сносит. Сейчас возьмем, еще 2 банки, будет по 1000, по 1500, наверное. Смотри. Давай. Все, 3 банки, 3 залпа, заряжено. Вот, слушай, мне кажется, сундук закрыть, прочекай сначала, потом. Все, отлично, разбивайте сундуки. Давай, быстрее. Вот так. 5 банок уже. И топ-3. Топ-3. Богдан уже в топ-3 зашел. Так, слушай, там кто-то круса. Тут робот. Беги от него. Быстрее вот этого. Это Джеки! Джеки можешь убить. Ой, вот сейчас робот. Робот сейчас еще надамажит, и ты сможешь точно убить. Слушай, в кустах где-то прячется. Джеки. 5 банок тоже, как и у нас. Не убежишь. Быстрее. Ты бежишь, робот, а? Тихо. Красава. Столкновение. Богдан убил Джеки. Уже хорошо. Так, медведя, чтобы он отвлек робота хотя бы. Слушай, прима 11 банок. Не. К прима точно не подходи. Там просто моментальная смерть. Слушай, ну ты издалека попробуй его. Почекать. О, сейчас робот еще. 16 банок. Слушай, убегай, ты куда? О, дай его робот, давай, не помогай вообще. Мне, помоги, пожалуйста. Тихо, сейчас. Помоги. Красава, топ-1. Я даже, у меня же сердце пятки провалилось, я просто не знал. Я просто не ожидал такого, что уж просто мы можем такого громилу и прима машину-убийство победить вместе с другом-роботом. Я недавно выбил себе Карл, и мне он очень понравился, так что давайте сейчас поиграем за него. Так, и примуса попробуем сейчас чуть-чуть. Нет, слушай, он нас сейчас догонит. Да он так... А что он... Отлично, одна банка после примуса. Тихо, Нита, лучше не подходи, Карл. Блин, не бейте ее еще. Это я муж. Я муж тебя не убью. Так муж или папа? Он по какой-то серии говоришь. Пока мы тут разговаривали, то время мужа столкновения. Слушай, это первая серия. Так, Карл, давай, будь наготове. Слушай, вон ты. Да Нита, блин, дальник же. Тихо, Карл, давай это. Карл, ну босс. О, все. Босс тоже. Стоп-один. Слушайте, босс сегодня только за нас, да, как будто играет, помогает нам. Да, как будто мы его друг. 6-й ранг капнул. А, ты за Элиприма не играл? Ну ладно, выбираем его. Погнали. Кстати, в прошлой серии, по-моему, Богдан топ-1 еще занял за Элиприма. Кстати, вот Бул с 3 залпов, он разрушивает ящик. Слушай, Дэрил, ты его сможешь победить? Молодец. Слушай, по-моему, ты слишком далеко. И сейчас ты проиграешь. Тихо. Вот. Только правда, да. Мы тут потратим, потому что бы и так его убьем. Ну ладно, топ-6 пока что. И Богдан уже убил 2 керсов, по-моему. Ну да. Ну нет, кто-то еще кого-то убьет. Блин, такой страшный слово убил. Слушай, вон там кто-то. Это Джеки. Зачем ты подходишь к примусу? Реально, вот нежелательный вариант. Топ-5, красава.
Вот там, смотри. Это долетел до баночки. Ой, кажется, было мало. Было мало, понятно, он сейчас будет регенерироваться. Слушай, не подходи. У него еще будет разряжено. Не нужно подожди. Сейчас я не тычу, убью. А, все, сейчас они там будут. Кажется, сейчас убью кого-то. А сейчас остался, походу, Бул, Бо и ты. Бул в кустах, по-любому. Вот, я же говорил. Ладно, топ-3, нормально, Богдан. Ну ладно, ну ничего страшного. Так, кого ты возьмешь себе? Я возьму Динамайка. Он, кстати, у меня тоже недавно разблокировался. По-моему, на 2,5, что ли, тащили на 2. Да, ты прав, на 2000 кубков. Да, и он мне тоже очень понравился, так что погнали. Так, где папа Динамайка идет? Это уже хорошо. По 1680, смотри, с одного. Ну это 4 раз как. Так, тут прочекаем. Роза. Бо, 2 Бо еще. Слушай, а нормально? Ну это не близнецы. Мы убили Бо. Мы убили Бо. Бо, кажется, вот. Зачем я сюда пришел? Зачем? Он сейчас будет гнаться только за мной. А у него 40 тысяч хп. Да никак, и как тебе так, чтобы он теперь от меня стал? Вот как? А Бо, он теперь гонится за Би? Это же Би или как? Это Биби. А, Биби, точно. Биби. Так, будем мы тут бросать на Биби? Ну, придется на босс. Ну, попробуем на босс, может, она сработает. Давай на Биби кинем. Сработал, 3000 число. Три пара. Тихо, зачем я к боссу подошел? Босс, запомни, ты сегодня играешь на нас. Блин, ладно, топ-5. Теперь мы будем играть в другой режим. Слушай, может, в ограбление не хочешь сходить? Нет. Бролбо? Потому что, чтобы добить вот этот последний жетон. Что, досмотрите до конца, обязательно бонусом будет у нас открытие большого сундука. Может, что-то выпадет, как в прошлой серии. Или гаджет, или вообще перс новый, да? Ну так, да, как же мне хочется на твоем аккаунте. Не хочешь Булу взять? Давай попробуй, чё. Ну давай. Спасибо, погнали. Что хоть ты не разрешаешь за него играть. Да, то обычно я пока не разрешаю, мне еще сольёт кубки на Буле. Как всегда. Так, ну все, погнали, беги сразу. Так, там это Карл, не давай Карл подходить. Ни в коем случае. Я тебя убью. Так все, мяч у тебя, Богдан. Я почти иду к воротам. Зря я его убил. Так Роза тебе помогла. Вот, давай, ты забить можешь. Ты этого Карл. Блин, ну там чуть-чуть оставалось, ты чего? Сейчас еще Карл возьмет. Ну-ка, дай-ка я попробую. Ну попробуй. Может, у меня получится, Богдан? Блин, такой шанс был забить. Так, примус, помогай ему. Ты у него мало жизни. Тут летает. Другие примусы, еще пушка Джесси. Блин. Это пушка Джесси. Ой, Джесси, точнее. Они Джеки. Слушай, начал себе примус забьет. Отлично. Ага, спасибо. Спасибо. Отлично, сейчас. Давайте сейчас все вот так прикрепим, чтобы наши товарищи в команде взяли мяч. Может быть, забили? Все, давай играем там. Брал боли не получилось. Ну, мы не сдаемся. Ладно, попробуем еще раз. Мы никогда не сдаемся. Да, нам нужен большой сундук, чтобы что-то выбить. Давай, Бул, помогай нам. Давай, я большой сундук, а ты маленький. Нет, наоборот, это же моя там. Так, тихо, Бул. Убегай оттуда. Блин, они все бегут к своим воротам. Слушай, или там никого нет, и мы сейчас можем спокойно забить мяч. Да, первый сундук. Бул, продолжай в том же духе, пожалуйста. Бу, вот ты нам не забьешь. Даже не думай. Ребята, давайте, забивайте. Ты же можете забить там мяч. Попробуйте ворот. Так, тихо, Бо. Спасибо за мячик. Да, спасибо, братан. Мортис, давай, мочи Бо, чтобы я прошел туда. Слушайте, вроде получается. И? Да! Да! Ты еще прошел, он маленький. Красава. Мы звездный игрок, кстати. Звездный жетон. Долгожданный еще 34-й уровень. Мой. Так, ну чё, можешь открывать? Давай, маленький, открываешь? Давай, я большой. Ну чё, открываем этот долгожданный большой сундук. Давай. Тихо. Так, монеты, 122 монеты, нормально. Очки силы на Джесси. Всё, она мне не выпала. Столько ждали. Ладно, из большого сундука нам, ну, ничего не выпало. Теперь вся надежда на маленький сундук. Давай, Богдан, открывай. Прикол, что легендарка там выпадет? Ничего не выпало, все равно. Ну ладно, ребят, если вам понравилась эта серия, то ставьте что? Много лайков! И подписывайтесь на наш канал Crazy Bagdash Games. Всем пока! И ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео! И...